have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, я уже прошел по шорткату, и мы сейчас с вами пойдем дальше потихонечку. Итак, другальки. Оп. Я себе прокачал атаку, кстати, она у меня так висела, я... Да блин, ну долго, тут огромный этот разлом, просто невероятнейший огромный разлом. Смотрите, сколько я жизни тут потратил, просто. Эта тварь от меня еще и бегает. Все, жизни не осталось. Тут нас игра учит тому, что надо играть просто без жизни. Просто живи с этим. Тварь, блин, фигачит в меня. О, шорткат. Или не шорткат. Ну тут вообще все плохо. Как хорошо, что я сейчас не свалился. Я всю игру думаю о том, чтобы почему я не могу падать с утесов. И тут первый раз я такой, как хорошо, что я не могу падать с утесов. Лиса. Короче, антирадин надо срочно. Тут прям вообще все плохо. Это огромная лестница. Погодите, раз уж я пришел сюда, я проверю, что я еще могу тут сделать. Трачу жизни, но меня это не убивает, ладно. Вот сюда можно еще пройти. Уж не знаю, как из... Ой, там еще есть люди. Уж не знаю, люди не люди, звери не звери. Но тут прям вообще очень плохо все. Колбасит не по-детски. Тут сундучок, я его заберу. 20 монет? Вот это все ради 20 монет? Серьезно? Я так понимаю, что тут у нас вся территория. Опа. Давайте вот так. Да, блин. А, он оттаял. Я хотел по-быренькому сделать. Хорошо. Я хотел... Ну, я не хочу там оказаться без меча. То есть приехать туда без меча. Но с другой стороны... Да к черту. Давайте я посмотрю. Это не в той стороне. Ладно. Я просто сейчас посмотрю, как туда добраться. Там есть люди. Значит, нам туда надо. Вот, это здесь. Вот эта платформа сверху, она... Ага. То есть отсюда я туда никак, ну, теоретически добраться не могу. Практически, конечно, можно. Хорошо, давайте попробуем еще... Так, вот это. Вот это. Нет, я потратил всю магию, и проблема в том, что я путаю кнопки, я не знаю почему. Так, нет, нет, а вот это, все. Я нажимаю B, чтобы закрыть, вы понимаете? Я не знаю, что сегодня происходит. Можно еще раз сверху попробовать обойти, глянуть это место. Что нам это даст? А человеческого прохода туда нету. Да, человеческого прохода туда нету. Давайте тогда... Ладно, фиг с ним. А как ты ко мне прибежал? А, стой! Значит, он ко мне прибежать может. Я вас понял. До свидания.
Я не заинтересован в этом всем. До свидания. Бах! Спасибо, чел, выручил. Ах ты ж! Ты на упреждение, что ли, стреляешь? Ох, там рвануло. Чувак открыл мне тайну? То есть, мне уже на этой локации дважды открыли тайну? Просто убил, блин, я опять не подобрал монеты. Знаете чем? Погодите. Мне интересно, как туда добраться, но я сейчас буду с этим мутиться очень долго. Поэтому сделаем вот так. Просто без проигрыша. Все, поехали. Я не буду все это зачищать, чтобы не получать с этого профита. Да, хорошо. Да, хорошо, отлично. Этот чувак с динамитом, он кидает как-то то ли на упреждение. Это очень умно. Да свалите вы от меня. Короче, те, кто погонится, я их убью. А это типа все... Оно от меня убегает. Видите, жизни у меня уходят, но меня просто убить не могут. А этот сундук я не открывал разве? Его с другой стороны надо открыть. А это просто деньги. Мне интересно туда вниз попасть. Так, я сделаю вот так. И вот так. И также вот так. Да, блин, успокойся. Вот это сюда. Все, отлично. Ребят, ну серьезно, ну вот зачем? Чуваки с динамитом тоже очень доставучие. Как сюда можно было пройти? А, вот здесь был проход. Ну, из-за того, что в глазах все мерцает, вообще ничего не видно. Это, ну, достаточно сложная лока. Что у нас тут? Собственно, мушкет. Давайте посмотрим. Попробую его поставить... Два выстрела. А это магия не... Да, блин. Это магия, не магия. Короче, РБ тут играет как листать, а тут РБ это войти-выйти. Я не знаю, вот эта фишка, она немножечко... не то чтобы неправильно, но... Но как? Хорошо, мушкет. А, это дробаш. И да, он использует магию. Все, я вас понял. То есть у нас есть, грубо говоря, точное. Я внизу? Как? Они меня бесят. Они меня просто бесят. Тем, что они, в принципе, существуют в этой жизни. А, туда еще можно сходить. Видите, меня бы сейчас это убило. Сам себя убил. Молодец, красавчик. Молодчик. Холодчик. Вот сюда можно сходить. Это вся зона. Это... Угу. Это сплошной разрыв. То есть здесь находиться, это территория ваншота. Что-то есть...
Я это сверху видел, этот момент, да? Но здесь внизу... Я, честно говоря, не вижу, как там дальше проходить, не проходить. Вроде оно выглядит так, как будто сюда можно пройти. Может быть и нет. Ладно, поехали. Нам надо попробовать перебраться через переправу вот эту. Жалко, у меня нет магии. Я бы его сейчас сюда стянул бы, и все. На этом бы его приключения закончились. Ну куда? И убегает, убегает. Нет, на самом деле вот эти враги очень бесячие. Стрелки бесячие, потому что резкие, а вот эти бесячие, то что убегают. Это, кстати, бесит абсолютно во всех играх, если враг начинает убегать. Его же еще два раза ударить надо. Ну все, добегался. Молодец. Возьми с полки пирожок. Вот это, ну, нахождение здесь, оно фактически давит на мозг. Я не знаю, себя крайне некомфортно чувствую. Вот, ну и по сути, там можно было еще что-то как-то обойти, а здесь обойти... Стоп, тут можно спуститься. Обойти что-то где-то уже невозможно. Оно просто здесь везде, эта территория. Ну и здесь нам предлагают вот так вот играть. Окей, окей, я вас понял. О, меня сбили. Ага. А туда как-то попасть к вам можно, не можно? Нужно, не нужно? Тут у нас опять динамитчика кусок. Деньги. А как туда наверх попасть? Как туда вниз? А, вниз вижу, как попасть. Да, хорошо, хорошо. Они тут находятся, им вообще норм. Я думаю, у меня сейчас просто глаза вытекут. Ребят, извините, если у вас то же самое происходит. Как здесь можно как бы лутаться или играть, или что-либо? Да ну не кувыркайся же ты. Здесь я никак не спущусь. Странно. Возможно, где-то... Где-то вон там можно спуститься. Сейчас посмотрим. Я говорю серьезно, народ. У кого если минус глаза или минус уши, извините, у меня то же самое происходит. Но игра нам предлагает, она говорит, чел, иди сюда. Тут прикольно. Эй, говорили они, иди сюда, говорили они. Мне кажется, от такой радиации можно было бы просто там на щепки раствориться. Они тут работают. Ёлки-палки. Вот вам и шахта. Я не знаю, куда я иду и зачем я иду. Это какие-то места, которые, ну, не знаю, возможно, они даже не предусмотрены для того, чтобы тут бродить. Хотя, с другой стороны, если они не предусмотрены, фиг ли я тут хожу? Что мы получим, если тут куда-то дойдем? Если мы тут куда-то дойдем. Какие-то окольные пути, какой-то непонятный... Вот тут получу можно про... погодите, это же центральный вход, да? Это он самый. Какое-то непонятное место. Это то центральное, что открылось, да? Да. Они тут все сдохли, что ли? Сюда пройти нельзя. Сюда пройти можно. Я так через ЖД и не перешел. Возможно, был переход в другую локу, кстати. Лифт! Что, блин? Эх.
Игра, что происходит? Тут можно с двух сторон пройти. Возможно, здесь будет что-то интересное. Нет. Ну, то есть, обычное, стандартное. У меня ощущение важного момента, я вам так скажу. Синее! Вот что это такое, вот что я нашел. Нет. Так, во-первых, защиту нужно поднять. Это какой-то то ли центральный костер, то ли... Ну, погодите, это ж место здесь не просто так. Защита 5. Я, честно говоря, думал, что это не костер, что это что-то другое. Я думал, что мы с вами нашли синий элемент. Я, кстати, да, забыл выключить бессмертие. Сейчас я этим займусь. Просто раз у нас здесь телевизоры, то я, наверное, возьму посох. И давайте в настройках выключу бессмертие. Прыгать мы, кстати, так и не научились. Если уж прыжок. Так, раз у нас тут летают телевизоры, будем их потихонечку... Вон, там еще 3 телевизора. Угу. Они ваншотаются, что хорошо. И они восстанавливают магию, что тоже замечательно. Блин, тут опять какой-то лабиринт. Сундучок, вижу. Это автотурель? Деньги. Не могу. Странно, обычно такое срабатывало. Смотри, сколько там телека внизу летает. Я забыл, у меня щит есть. Они друг друга повзрывали? Частично, да. Ну, раньше бы, естественно, меня это убило. Сейчас появились какие-то шансы. Мне, честно, до сих пор интересно, что... А зачем я сюда иду? Тут турель. Или нет? А, это шорткат, это не турель. Я понял теперь, почему я не могу сюда переместиться. Окей. Это чтобы мне каждый раз через турели не бегать. Понял, спасибо. Какой-то главный сервер? Это было очень быстро. Очень, Карл, быстро. Подождите минуточку. Я хотел выбраться и посмотреть, а выбраться я сейчас никак не могу, телепортироваться я сейчас отсюда никак не могу. Ну, давайте я убью этого черта, посмотрим, как оно что будет. Я пока что включил себе бессмертие, потому что я думал, что я сейчас пойду в радиационные пустоши, но я его оставлю. Потому что с этим чуваком бороться, босс, непонятно, что это такое.
Так, телевизоры. Я хоть защиту-то себе вкачал и атаку себе вкачал, все, но тут все равно всем на это абсолютно плевать. Поэтому я уже не знаю, то ли это последняя локация в игре, то ли... С другой стороны, мне кажется, там я уже все пообходил, потому что и зеленую, и красную мы добыли, и все дела. Не знаю, как это работает. Кстати, насчет того, что он ожил и начал меня мутузить, я ожидал это в подземелье, что это произойдет. Смотри, какой агрессивный моб. И оно до сих пор живое. Что? У него две фазы. Оно еще с какими-то непонятно лазерными мечами. Фух. Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. О, это... А, я мог магию с него еще собрать. Ладно. А, тут у нас 100-500 лестниц. Каждая круче другой. Хорош меня вертеть. Погодите, но вот эти вот... Они ведут наверх. Это, возможно, мне нужно спуститься вниз до конца. И... Как-то оттуда подниматься, чтобы дойти до нужного. Это некий у нас, ну... Такой себе... Видите? Такой себе лабиринт. Ага. А это нас... Куда ведет? Тут можно дальше вниз спуститься. Да, это я вижу. И... Ну вот оно. А как мне вверх? Подождите. Мне нужно вон на тот мостик попасть. Это на один уровень вверх. Как мне это сделать? На один уровень вверх. Может быть... Да нет, не отсюда. Здесь я уже был. И здесь мне спуститься... И там я тоже пройти не могу. Вот, на один уровень вниз? Вот это возможно? Пожалуйста. Да, это оно. И теперь вот сюда. Окей, хорошо закрутили, согласен. А открывать с той стороны вы как бы издеваетесь или где? Две ягоды. Окей. Ох, закрутили-то. Замешали, завертели. Где там теперь... А, вот тут вот подъем, а потом нужно... Вот здесь дать кругаля и спуститься там уже. Все. Ох. Ребят, если кого-то сейчас при этом стошнило, пожалуйста, извините. Так. Сюда и сюда. Так иди, пожалуйста. Честно говоря, вот так вот оно не особо удобно. Так, тут оборвано. Здесь, я думаю, у нас смысла нету, наверное, идти. Оно должно быть одинаково, что ли. Идем сюда. Во-первых, вот так. Монетку, кстати, я так и не кинул, потому что не было колодца по пути. Я так понимаю, что все колодцы у нас снаружи. Стойте, а вон те лестницы, это зачем? Это куда? Это для чего? Ладно. Но это же лестница. И эта лестница. Чувствую себя этим... Почему-то очень внезапная ассоциация. Мастер Йода, который лазил по вентиляциям космического корабля. Ты кто такой?
Так это не работает. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Это ты лифт? Ты не лифт? Ты лифт. Поехали. А, по-моему, там был проход, да? Я очень поспешил с выводами. Что за лисицы, блин? Честно говоря, сюжет тут очень интригующий. Вообще, как тут все сделано, это офигенски просто. Я же говорю, единственное, ну, было бы я немножечко в других обстоятельствах, я бы сам траил всех этих боссов, но, честно говоря, вот именно здесь, именно для всей этой игры, у нее такой расслабляющий, такой спокойный вайб, что хочется ходить и путешествовать, и нету желания по 100-500 тысяч раз травить боссов. Вот, серьезно, из этого серваки состоят? Ох ты ж. Это еще один костер. Прокачать нечего. Поехали. Эти все мертвые лежат. Ну, не знаю, глаза у них, конечно, светятся, но... Турельки? Турельки, не турельки. Я все жду, когда мне дадут обилку прыжка или что-то подобное. Но сейчас я уже настолько потерялся в догадках, что, блин, и сомнениях. Воу-воу-воу-воу! Оно своей атакой не забирает у меня жизни, а снижает мне жизни. Ну, то есть, относительно... Вот это было подло! Это было подло! Видите? Мое бессмертие здесь, в принципе, до задницы, потому что... Одна монетка, а? А, ну ты посмотри, ну сундук с одной монеткой. Ну как это называется? Так, там у нас сейчас будут турельки. Мне, наверное, предложат их взорвать. А мне придется, наверное, их взрывать, потому что... Сколько у меня? 14 и плюс 2. Давай вот это. Плюс 1? Почему? Только что ж показывало, что плюс 2. О, просто фляжка. Крутяк. А зачем мне сюда? Погоди, а зачем мне сюда? Пройти тут никак не могу. Получается, те две турели, которые там, ну, их надо просто пробежать, они ничего... Офигеть. Причем, чем меньше монстр тебя атакует, тем меньше жизни он у тебя забирает, но все равно забирает. Вон там, кстати, костер внизу, надо до него дойти. Кстати, возможно, для этого мне тут дробаш и выдали. У
усиление меча, оно жаль не действует на магию. Хотя я не знаю, магия, может быть, если я прокачиваю... Вот это меня убило бы уже 100%. Если я прокачиваю магию как манну, то, возможно, не и силу магии тоже прокачивать. Вот это я не уверен. Ну хорош, ну блин, ну ребята, ну... Ну хорош спамить! Что ты издеваешься нафиг? Выставь щит! Я застрял. Серьезно, я в чертовом лупе нахожусь. Я не могу даже щит выставить. Идите к черту. Ладно, одной бомбочкой двоих. Вот это было весело. Я просто отомстил за все, что они со мной сделали. Так, оставлю пока что тогда бомбы вместо... Вместо посоха. Посох пока что здесь бесполезен. Ягода. А как сюда? Ребята, как вниз-то попасть? Я не знаю. Ладно, сейчас дойдем до вот этой сохраняшки. Я думаю, это будет все на сегодня. Так. Я просто хочу еще посмотреть, погодите. Вот эту штуку. Дискотека какая-то. И еще я хочу посмотреть, они одноразовые или нет. Потому что они состоят из двух кусков. У них и двойные мечи, и какие-то двойные эти. Не, ну против двоих таких драться это отвратительно. Они очень быстрые, резкие, с выпадами. Погоди, включи вот эту штуку, пожалуйста. Мосты оно мне откроет? Да, оно открывает мосты дальше. И... Чувак, ну чувак, ну блин, ну чувак, ну я только, ну это подло, ну елки-палки, вы серьезно, я только что такой файт пережил, и вы мне подкидываете еще вот эту вот мелкую, не буду говорить что. Ладно, у нас два прохода, туда и туда, а сюда случайно не бонусный к сундучку? А это бонусный к сундучку, тогда мы его сразу заберем, чтобы потом... А это просто динамиты. Да, 6 штук, но динамиты. Бонусных сундучков. Давайте я хочу посмотреть, вот эти танки, они одноразовые или нет. Потому что, как по мне, они должны быть одноразовые. Это было бы слишком жирно, если они не одноразовые. Но пройти они сюда не могут. Эти ребята слишком крутые. Мы можем пойти сюда, можем пойти туда. Мне интересно, у нас есть... В смысле они могут сюда пройти? Они могут сюда пройти!
Ты издеваешься, к черту. Я думал, они там заперты в этой локации. Они еще и многоразовые. Проход у нас дальше только один получается. Сюда я никак ничего не могу сделать. Нам нужно идти... Мне интересно посмотреть, если у нас есть карта этой местности. Вот это. Костяшкины. Погоди. Вот это я точно не видел. Я не знаю, где это. Там у нас есть могилы героя, видите? Собор. Собор это, видимо, что-то. Я даже не знаю, что. Я даже не знаю, где. Еще снежная локация. Так. Насчет вещей. Самоцвет ауры. Без понятия, что это. Надо будет тестить, наверное. Маска падальщика. Это те новые, которые я нашел. Ремешок для кинжала. Вот, маска падальщика. Возможно, чтобы меня не трогал кто-то. Но он реально тогда маску одевает, прикиньте. Да, выходит у нас 101 путь. И причем вот этих ребят, хоть они и многоразовые, но повторно их убивать не придется. Кто сдохнет же. Ну, повторно мы их только что убили. Я имею в виду, что можно будет пробежать, и они даже нам замочат вот этих немножечко. А мы можем просто пробежать дальше. Нам не обязательно с ними файтиться в следующий раз. Все, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.